Лето – отличное время для туризма. Однако далеко не каждый знает про походный быт. Участники молодежной организации «Движение первых» провели фестиваль туризма в парке Опаренки, чтобы научить ребят базовым знаниям, как ориентироваться по карте и компасу, завязывать туристические узлы, оказывать первую помощь в условиях дикой природы. В движении первых одно из 12 направлений – это туристическая деятельность. У нас есть уже активные туристы в движении, которые хотят, чтобы как можно больше ребят, молодежи, школьников привлекалось к этому направлению и знакомилось с таким видом деятельности, с таким видом провождения времени, как туристический отдых. Но это и не только отдых, это и огромный труд еще. Екатерина Шершнева – ученица Видновской гимназии, ей 14 лет. В своей школе она занимается спортивным туризмом. С конца 2023 года Екатерина состоит в «Движении первых». Так как ей близка тема туризма, в молодежной организации она отвечает за его развитие на территории Ленинского городского округа. Именно у Екатерины возникла идея провести туристический фестиваль для детей. Здесь будет несколько этапов. Это оказание первой помощи в условиях природной среды. Топография, вязание узлов, вот туристский быт и полоса препятствий. Также будут играть гитаристы для создания атмосферы походной. Например, Ольга Харенкова объясняла, как ориентироваться на местности по топографической карте. У нас есть вот такой плакат с знаками топографическими и есть вот такая карта леса. И значит, у нас задание изучить все топографические знаки и определить, какого из них нету на нашей карте. Вот. Задание может показаться простым, но на самом деле оно достаточно сложное. Ульяна Насонова наглядно показала, как зафиксировать голеностоп при вывихе с помощью медицинского бинта и обычной палки. Нужно найти палки подходящего размера и как можно туже зафиксировать их в области стопы. Активисты из движения первых уверены, что очень важно еще со школьных лет учиться основам туристической деятельности, так как если окажешься в условиях дикой природы, будешь к ней готов. Юлия Стаферова, Кирилл Махров, Ольга Садовская, Видное ТВ.